Персональная выставка члена Союза художников Беларуси Анастасии Фетисовой развернулась на днях в Музее обороны Брестской крепости. Экспозиция «Старый Брест. Крепость» – это 30 работ, в которых отражена архитектура разных век летописи. Излюбленная тема автора – Брест в Средневековье. Представлена панорама и города современного формата 2019 года. Я люблю архитектуру, ничего не поделать. Вот не каждый художник. Я люблю, потому что у меня дома имеют каждый свой образ, характер свой. И я уже давно пишу панорамы разных городов. И это очень увлекательно, потому что каждый город имеет свое лицо. Это как бы вот портреты людей, а это портреты городов. В этом музее военном, прекрасный музей, кстати, такой своеобразный привет от старинного города, как бы передать именно в дни тысячелетия. Мне показалось это очень символично и здорово. На открытии выставки присутствовали первые лица города. Лично приехал поздравить автора вернисажа председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Конечно, можно сколько угодно ностальгировать по тому городу, которого уже никогда не будет. Можно сколько угодно говорить, вот так вот тогда было, сейчас бы мы жили вот красиво, как в Кракове, а сейчас вот не так. Это, наверное, уже история вообще не терпит сослагательного наклонения, если бы таковы. Мы имеем то, что мы имеем. Но имея настоящее, мы должны помнить то прошлое, популяризировать прошлое, искать формы выражения прошлого в современных каких-то архитектурных, ландшафтных, других вариантов, а может быть даже и в контексте реставрации. И если эта работа будет продолжаться, то в том числе и благодаря вам, уважаемый Василий Иванович. Поэтому я хочу вас поздравить с вашим таким замечательным мероприятием. Ваши работы – это лучшее, что можно показать на истории нашего города, что можно презентовать. На трех десятках холстах детально запечатлена городская архитектура Бреста, улицы и дороги, усадьбы, монастыри и церкви, а также люди, известные государственные деятели. Неслучайная выставка расположилась на площадях Брестской крепости. Брестскую крепость посещают тысячи людей. Они еще раз не просто увидят историю Брестской крепости июня или 200-летнюю историю Брестской крепости, начиная 19-20-21 век, а увидят историю средневекового Бреста. Экспозиция будет работать до 24 сентября. Вместе с тем ее автор Анастасия Фетисова уверяет, ее творчество будет развиваться вместе с Брестом.